Всем привет, друзья! Рад приветствовать вас на своем канале. И сегодня хочу вам рассказать про одно видео, которое набрало у меня 1 300 000 просмотров. Некоторые, наверное, скажут: да ты миллионер. Но YouTube думает по-другому. И сейчас я вам покажу, сколько же YouTube мне заплатил за это видео. Вот это видео. 1 323 633 просмотра. 2 сентября 2017 я его зарядил сюда. И смотрим, сколько же YouTube заплатил. А заплатил он мне 89 баксов за 1 300 000 просмотров. 89 баксов. Ну, 90. Даже сотки не заплатил. За 1 300 000. Представляете? Ну, здесь аналитик. Здесь уже его почти в рекомендации, но уже не попадает. Вот бывало, попадало. 17 тысяч за день смотрели, да? Вот доход в день максимум. День максимум. Сколько у нас здесь было? Ну, грубо говоря, 3 бакса, да? 3 бакса в день. Вот. И смотрите теперь. 0,07 бакса за 1000 просмотров. За 1000 просмотров. 1000 человек посмотрело. И 0,07 долларов заплатила. Это вообще, это копейки. Вот. Ну все, друзья, это все, что я хотел я вам рассказать. Потому что меня спрашивают, типа, 1 300 000 сколько заработал. Вот, смотрите, пожалуйста. Вот такая сумма. Ну все. Всем пока, друзья. Рад был видеть вас на своем канале.